Я буду рассказывать вам, о чем молчит форум House. Те секреты, которые там, в ролике форум House, не будут озвучены, я вам это гарантирую. Развернемся. Ну, во-первых, форум House никогда не показывает своих видеооператоров и корреспондентов. А мне-то ведь это не запрещено. Привет, народ. Они сегодня снимают, как мы устанавливаем вот эти вот юрты. И понимаете, у них в контракте написано, что все бренды должны быть сняты, а это мои друзья. А значит, друзей я должен показывать. Так вот, буду вам показывать всех своих друзей. Вот компания Voodoo. Они нам подарили вот эту чашку. И эта чашка теперь стоит, будет купать всех моих гостей. Вот на этом месте. То есть у нас теперь появилось две купели. Дальше. Вот такая вот чудесная сфера для костра. Скоро она встанет тоже на свое место. И здесь мы будем разжигать огонь. И это помимо барбекю у нас появилась сфера для костра. Во-первых, пожару безопасно, но самое главное, это красиво. Далее. Печь, которая будет в ролике от компании Forum House, это печь Grilled. Уфимская фирма Grilled. Сергей нам подарил эту печку, и мы ее сейчас монтируем. Смотрите, как на нее навешиваются вот эти кассеты с нефритом. Печка уже отработала свое, показала себя в лучшем виде. Ребята здесь заканчивают монтаж пола. Последние строчки. И совсем скоро мы начнем монтировать под видеозапись. Мы начнем монтировать две юрты за один день. Представляете, сегодня у нас подвиг такой. У нас же все по расписанию. В 3 часа обед, в 5 часов подвиг. Все как у Мюнхгаузена. Или как? А, нет, это у нас было... обыкновенное чудо, по-моему. Так вот, вот эта вот печечка, она прокачивает эту юрту в легкую, но мы теперь на нее надеемся, что она за счет двух вентиляционных труб, одна входящая вентиляционная труба, вот эта, она приходит с улицы и засасывает воздух, проводит его через вот эту бочку и выводит его на улицу. То есть внутри помещения юрты. А вторая вентиляционная труба, она заходит снизу. Видите, вот ее сейчас пытаются воспитать. И она приходит из соседней юрты. Вот оттуда, вот из той юрты приходит эта труба. Из-под пола той юрты она забирает воздух, заводит его, заводит его в топку грилдовской печи. И потом через... трубу, о которой я сейчас буду отдельно рассказывать, она выводит на... подождем. На улицу. Не могу прерывать деятельность наших ребят, потому что у них сегодня трудобаня, а это значит, что они будут здесь всего один день. И за один день они должны успеть мне помочь, чтобы вечером попариться здесь же, в этой же юрте. Поэтому мне их лучше не останавливать. А я сегодня в основном видеооператор. Так вот, те трубы, о которых идет речь. Это крафт. Это супер трубы. Это трубы высочайшего качества. Посмотрите. Видите, белое наполнение. Почему это так важно? При покупке трубы увидеть, что у нее внутри белая керамовата. Что у нее внутри отличная нержавейка 310, что у нее снаружи нержавеющее покрытие, ну то есть тоже нержавеечка, но потоньше. Зачем это столь значимо? Почему я акцентирую ваше внимание именно на этих трубах? Потому что у этих труб температура плавления керамоваты 1600-1500 градусов. А это значит, что эти трубы мне никогда не сожгут мою юрту. И они будут стоять здесь, на печи Grilled, проходить очень близко от деревянного шинарака в юрте, но при этом никогда не создадут мне пожароопасной ситуации. Что не могу сказать о трубах от производителей, которые делают...
трубы с базальтовым наполнением. Вот давайте посмотрим, какая труба у нас стоит сейчас вот здесь на купели. Вот у нас наша привычная старенькая наша купелька. А, кстати, здесь-то тоже у меня стоит керамоватая. Вот посмотрите, она работает на купели. Она топится каждый день. И посмотрите, есть ли изменения в цвете. Есть ли хоть какое-нибудь подтаивание, то есть подгорание или обхрупчивание у керамоваты? Никакого. Почему? Потому что это самое высокое качество, которое вы можете на сегодняшний день приобрести. То, что касается труб. Поэтому, ребята, фирма Крафт, они того стоят. Они это заслуживают. Уж не сочтите за рекламу, хотя, наверное, это реклама и есть, потому что мне эти трубы они подарили. Хотите, чтобы подарили вам? Ну, в таком случае, я думаю, что вам тоже стоит что-нибудь этакое придумать, и вам тоже, наверное, подарят. Вообще, ребята душевные, договориться с ними достаточно легко. Ну что ж, у нас печка практически собрана, и мы начинаем монтировать юрту. А это вы уже увидите на канале Forum House. Я не буду им составлять конкуренцию в плане видеосъемки того, как мы это делаем. И там очень подробно будет рассказано о том, как все мы это собирали. Это уже третий заход видеозаписи. Третий раз приезжают видеооператоры к нам, чтобы снять только эти две юрты. Первая юрта — это у нас будет чайная и раздевалка, а вторая юрта уже баня-юрта. Если вы следите за моими репортажами, то вы видели, что баню-юрту мы уже дважды устанавливали на различных фестивалях. Соответственно, это рабочеспособная, абсолютно рабочая схема. Ну а если схема работает, значит, она будет работать у меня здесь, и я надеюсь, что она будет работать даже зимой. А значит, мы сможем принимать большие группы и сможем опустить ценник на посещение в имении «Живая баня» у Ивана. А значит, здесь будет более доступно для каждого приезд. Потому что сейчас звонят все, но доезжают единицы. Слишком маленькая возможность проходимости у нашего имения. Мы постараемся это исправить. Ну что ж, пока прощаюсь, ребята. Мне надо идти работать. Извини. Военное люди, военное люди, да никто вас не любит. Военное люди, да никто вас не любит. Ты полюбила казачка, Варшавочка, бабочка. Да полюбила казачка, да Варшавочка, бабочка. Взяла его за рученьку, повела в камору, а с каморы в комнату посадила в карабат. А с каморы в комнату посадила в карабат. Посадила в карабат, сама стала целова. Посадила в карабат, сама стала целова. Целовала, миловала, раздушечкой назвала. Казак бравый, молодой, ты лучше меня по-русски, а я по-французски. Ты лучше меня по-русски, а я по-французски. Как по-русски сказать, подойди, лица чудак. Как по-русски сказать, подойди, лица чудак. Как по-французски сказать, а юрли, юрли, юрли. Крепкого, синего, милого, с караула.
Так, ребят, на сегодня съемка закончилась. Уже вечер, уже солнце зашло. Все. Солнце зашло за тучи. Сегодня. Флешки кончились. Флешки кончились так больно. И наша юрта, одна юрта из двух, уже стоит на месте. Осталось поставить только вторую юрту, а парни уже вовсю парятся. И я пойду вам покажу, как это все получилось. Итак, у нас котел стоит вот здесь. Котел. Вот она, чашка у нас. Шарик наш топится с дровишками, там все с огонечком. Здесь у нас топится котел от компании Voodoo. Кстати, Voodoo же мне и подарили вот этот вот маленький домик, который вызвал столько хайпа в интернете. 1 800 000 просмотров на сегодняшний день. Печка в этом домике. Вот здесь у нас стоит труба от компании Grilled. А здесь у нас горка, которую мне подарили москвичи. Привет сахарному королю Москвы! С настоящим сахаром! Мне такой красивый подарок подарили. Вот это вот самую замечательную горочку. Ну и банный союз уже вовсю парится. Теперь куда деваться парням? Они теперь банный союз. Зайдем, посмотрим. Итак, как тут это все выглядит. Не стесняйтесь, мужики, поддайте. Подать парку. Ух ты, тут все серьезно. Тут уже хорошо. Тут уже прям вообще хорошо. Итак, вот, парят. Парят на полочке. Парят на полочке. Уж извините за такое качество видео. У нас все запотело сразу, естественно. Ну и после парения вылетаем в окно. Печка от компании Grilled. И здесь стоит самая крутая труба в мире. Крафт. Крафт стоит на этом грилдовском сооружении. И здесь у нас воздух идет по принципу «живая баня». Отопление все сделано по принципу «живая баня». А мы ждем, когда парни начнут вылетать оттуда по горке, выкатываться. Я уже сам проверил. Все классно, все работает. Всем все нравится. И как она, водичка? Как баня? Здорово. Обалденно. Ну вообще, что про нее скажешь? Вот, вот что-нибудь такое расскажи про нее. Ну, чтобы люди, не знаю, поверили. Ощущение, легко дышать, не обжигает. По сравнению, допустим, со стандартными финскими, когда влупляют градусов под 100, 3 секунды поджарился и вылетаешь, а здесь не то. Здесь хочется? Здесь хочется, подгоняешь на себя пар, и ощущение, что ты согреваешься, пропотеваешь, но при этом никакого вреда организму нет. Нет какого-то обезвоживания мощного. Просто кайф ловишь. Золотые слова. Ну что, ребята, еще несколько, ну буквально 2-3 дня мы здесь причешем всю эту картинку, доделаем всю вторую баньку, вторую, точнее, юрту, в которой можно будет чаепитие устраивать и все такое прочее. И можете приезжать уже париться, потому как банных мастеров у нас достаточное количество, которые готовы вас попарить в этой бане-юрте. А я в это время работаю в соседней баньке, но тоже продолжаю с вами общаться. Так что до встречи. Приезжайте.